Жизнь меняется у нас на глазах. Вот ты, например, вчера еще ползал, а сегодня сидишь здесь, в этой группе, и слушаешь меня. Ребят, раньше не было ни железной дороги, ни автомобилей, ни самолетов. Как же люди жили раньше? Кто-нибудь из вас знает? Наверное, тоже ползали. Ну, почти. Раньше, ребят, чтобы добраться из одного города в другой, приходилось буквально ползти, преодолевая бездорожье. Наш учитель в школе говорит, что скоро люди смогут добираться до столицы всего за 4 часа. Это правда, пап? Да как такое возможно? Мы уже с тобой 3 дня идем, а нам еще целую неделю идти. Так что, Сенька, не морочь голову, а учись на кузнеца, как я и твой дед. Нет, пап, не хочу быть кузнецом, я хочу учиться в столице. Стать великим инженером, объехать всю страну и побывать на Востоке. Господа, России нужна железная дорога. Если мы пустим ее на восток, мы сможем увеличить добычу полезных ископаемых. Вы только представьте, сколько на это уйдет времени, а сколько денег. Нам нужны работающие проекты, а не ваши фантазии. Ты только глянь на себя, Сенька. В столицу едешь учиться. Настоящий барин. Кто бы мог подумать, что эта дорога изменит все. Степан Иванович, вот мы и закончили строительство стальной колеи. Дойдя аж до самой Сибири. Нет, Петр Николаевич, останавливаться мы не будем. Дорога изменила все. И сколько еще изменит? Российские железные дороги. 180 лет – это только начало.